В России в эти дни проходит акция «Красная гвоздика». Эти цветы являются официальным символом церемоний, связанных с памятью погибших в Великой Отечественной войне. Сегодня «Красные гвоздики» изготавливали воспитанники пришкольных лагерей. Основная миссия проведения подобных мероприятий – сохранение исторической памяти. Я считаю, на сегодняшний день это очень важно принимать участие в таких акциях, для того, чтобы ребята знали историю и определенные памятные даты. 22 июня, в День памяти и скорби, юные муравленковцы возложат бумажные гвоздики к памятному знаку.